Сопротивление пытается выйти на связь с ячейками за пределами Монтроза. Что происходит за стеной, понять трудно. Однако наш источник из КНА сообщает, что несколько патрулей пропало, а те, кто вернулся, рассказывают ужасные вещи. После М-удара, когда электричество и сеть перестали существовать, нацию поразило какое-то безумие. Я помню первую зиму, волну отчаяния, накатившую на страну. Когда еды перестало хватать на всех, люди начали драться из-за пищи. Большая часть обитающих за стеной заботится только лишь о том, чтобы выжить самим. Если вы столкнетесь с ними, помните, они непредсказуемы и параноидальны, а многие лишились рассудка. Берегите себя. Это голос свободы. Хоп, ты жди здесь. Эти ребята не очень-то любят корейцев. А им можно доверять? Это все устроил Бун. Он знал, с кем имеет дело. Идем. Так, так, так. Кто это к нам явился? Коннор, мать твою, Морган. А я слышал, что тебя подвесили за яйца. Пусть только попробуют. И где вертолет? Где Бун? Он мертв. О, черт. Тогда все отменяется. Слушай, козел, даже не думай нас кинуть. Эй, погоди, выручи меня. Мы же на одной стороне. Значит так, девка и тот со шрамом, который торчит в кустах, остаются у меня. А ты можешь валить, может, и жив останешься. Мне кажется, ты просчитался. Так, всем привет, ребят. С вами снова Сума. Специально для канала Сундук Геймеров. Нас тут, друзья, встретили, как вы видите. И, кстати, мы продолжаем проходить Home Front. Так. Ух ты, зря я перезаряжался. Прикрываем, пошли. Друзья, нас встретили. Бун мертв. Да ты лежи там. Вот. И сделка отменилась. Поэтому пробираемся к вертолету, обещанному с боем. Уничтожьте сурвивалистов. Ты такие. Так. До ворот. Давай сюда. Перезарядимся. Пока. Не стреляй до моей команды. А тогда уже не жалей патронов. Ага. Кого идите за мной. Снимать. Тишина — это наше все. Вертолет они где-то спрятали. Нам надо тайком пробраться в лагерь и угнать его. Ха. Они должны знать, что мы здесь. Легко. Сомневаюсь. Стрельба в этих краях совершенно обычное дело. Мы не знаем, сколько их, но эти ребята начали готовиться к концу света еще до 2000-го. Они тяжело вооружены и совершенно безумны. Мы должны подобраться к вертолету как можно ближе, прежде чем они нас засекут. Так что максимум осторожности. Окей. Если нас засекут, кто нам это конец. Стрелял? Наверное, еще один патруль гуков накрыли. Кэп велел никого не подпускать к вертолету. У нас есть вертолет? Где? Ну да, во дворе, за церковью. Ты не видел, что ли? Да я туда и не заглядываю. В лесах корейские снайперы. Красавцы. В жизни больше чепухи не слышал. Trespassers will be shot on sight. Переводите. Люди добрые. Тише, они не должны заметить вас. Стоять.
среди снайпер. Он нас засечет, если его не снять. Джейкобс, прицелься как следует и стреляй. У прицела есть приближение, если тебе нужно. Цели 75 ярдов. Не промажь. Врешь. 73,9. Отлично. Все, пошли дальше. Не промажь. Где ты? Полигон. Эти стоят. Сейчас скажите, что они не видели нас. Во, придурки. Стойте, чем все за мной. Черепа. Еще гранатолет. Бриана, ты берешь того, кто стоит на выходе. Они американцы, Коннор. Я на это не подписывалась. Ты хочешь выбраться отсюда живым или нет? Живой. Ты не живым. Готово. Быстро все в гараж. Бегу, бегу. Хоппер, давай быстрее. Застрял там. Ну. Давайте подтолкну, иди уже. Я слышу вертолет. Вон там, корейский вертолет разведки. Кто он тут делает? Внимание, угроза вертолета ищет подтверждение их. Если вам что-нибудь известно об их местонахождении, сообщите. Укройтесь, пока он не пролетит мимо. Сбили. О боже, вы это видели? Если оставить гранатометчиков далеко, мы не улетим. Давайте-ка проберемся в тот сельский домик. Ну, fucking Норкс. Это чё? Давайте. Похоже, еще один. Скорее, давайте все за мной. Послали патруль. Надо держаться дальше от дорог. Надеюсь, они не заметят, что мы устроили ворота.
Пошли. Лежать. Перезарядимся. Шанхаями. Себе могилу. Ну что, кто его пристрелит? Я. А может, не надо? Давайте закопаем живьем. А тебе разрешал отдыхать? А ну, копай! Какого дьявола? Как я и говорил, они свихнулись. Нам нужно выбираться отсюда. Вон еще часовой на втором этаже. Был. Да, короче, полная засада. Войти этих с ними, у нас четверо. По одному каждый, тьпоньк-поньк. Я там когда-то собирал бумаги разные документы, а теперь что-то ни одного не могу найти. Достало это китайское дерьмо. От этого сраного картона вся охота курить просто. Радуйся, на той неделе Дотсону досталась пачка с дыркой от пули. Не иначе тот гук ее носил в кармане рубашки. Наверное. Спасибо. Григорий, да? О. Иран обвиняет Саудовскую Аравию в эскалации гонки вооружений на Ближнем Востоке. Иран резко осудил недавнюю покупку Саудовской Аравии 91 танка М1А1 «Абрамс». Иран расценивает это как жест враждебности, попытку заполнить силовой вакуум, оставленный США. И Саудовская Аравия и Иран, претендующие на звание сверхдержав Ближнего Востока, заявляют о своих планах увеличения вооруженных сил, а также о разработке и испытаниях баллистических ракет. Ну ладно, мне интересно. Если не снять этого гада, нам кранты прямо на взлёте. Готов. Почапали. Побежали. Бежим, 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 бежим. Гоу, гоу, гоу. На дорогу не соваться, идем вдоль реки. Так, не дайте себя обнаружить, выполнено, так что... Можно... лупить налево и направо. Печальное место. Окленд. Ублюдки вроде этих без разбора линчевали всех, кто хоть немного походил на азиата. Мне повезло, они всего лишь спалили мой дом. Что за черт? Фак. Нам нужно немедленно убираться отсюда.
помнишь, идти нам некуда, так что нужно двигаться дальше. Опять стрельба. Я слышал. Сейчас уже можно не прятаться. Прорваться здесь можно только по центру. Больше не прячемся. Прикройте меня! Его завалили! Отлично! Что такое? Да я-то с удовольствием. Вышь там, стреляй, стреляй. А по нам типа не стреляет. Теперь будет мой. Ну, все, больше никого. Надеюсь, остальные не слышали. Патрончики. Так. Конор, давай, веди. Ну а где все? Вот, нашел. Ай-яй-яй, патроны. Последний патрон. Кому в башку прирядить? На. Получай. Да где ты есть? Ну, нет там тебя прямо. Вон он ты где. Вот там наверху. Патрончики где? Где взять патронов? Да? Что не говоришь, это был мой. Так, пошли через хату. Ариана, прости. Не туда. Прятался, типа. Ни хрена себе.
Да, что творим вчетвером, а? Пошли, а куда-то пошли. Есть. Ах ты. Чтобы тебя. Перезаряжаю, прикройте меня. Перебегаю. 25 патронов. Вот они. Где? Вон он, в башне. Мою позицию обстреливают. Прикройте меня. Получай. Противник с гранатометом. Это последний расчет гранатометчиков. За церковью. Давайте, нам пора. А что с патрулями? О, вертушка. Времени нет. Приближается еще один вертолет. Снова корейцы? Нет, это вертолет-разведчик. Погнали. Быстрее добежим. Быстрее свалим отсюда. Здесь они всех вешают, всех подряд. Бошки. Алло, на этот. На палке одевают. Вы видели, какую мы толпу развалили на сейчас и этих вертолетчика. Вон он. Увидимся на той стороне. Так это вы где? Иди ты лесом. Сразу предупредители. Мне надо их снять, а тут. Начали по мне пулять, я не в теме. Бля, сами смылись. Я бы еще отсюда вас снял. Увидимся на той стороне. Так бы и раньше. Где ты, друг? Надеюсь, все. Пойдем назад свой куколь. Это как-то вот так. Во. Так. Ты спрятался, че не спрятался, я не виноват. Они тоже. Получай. Не люди.
Слева, слева. Бежим. Бежим. Так. Погнали. Ух ты. Патрона. 3 потратил зря. Ух ты. Срака просто какая-то. Я тоже. Мы нашли вертолет, но там слишком много охраны. Сначала надо будет пострелять. Джейкобс, я буду указывать тебе цели. Давай, жду ваших приказаний. Конор, тихо, едет грузовик. Сейчас баба... Готов. Джейкобс, стреляй. Готов. Риана, выходи, как только Джейкобс застрелит парня у склада. Минус один. Черт, черт. Новая цель, Джейкобс, прямо рядом со мной. Минус два. Конор, он идет к нам. Чуть подальше. Давай. Три. Так, теперь чисто. Идем. И отсюда прыгаем с парашютом. Ой-ч. Или вы меня подберете на ходу? Готов. 4. Дождись, пока он дойдет до грузовика, и стреляй. Хедшот. Хедшот. Все, а я. Что это вы как-то залезли? Не так. Каков план? А, и что это было? Куда? Тебе придется прыгать. А, я же говорил. С парашютом. Ох. Понеслась. Душа в рай. Ага. Отлично вы придумали. Так, на всякий случай бочечки оставим.
Бегу как могу. Меня кинули. Ай-яй-яй. А я один тут, а толпа их, вы хоть помогайте тогда. Мне ж через них идти надо. А патроны-то не железные. Чей? Не бесконечные. Бегу как могу. А тут я, наверное, не пройду. Засада. Хоть отстрелиться получится. Ну. Красава. А, это свои. А, понеслась. Все на борт. А я...